На заводе Ленина реконструируется сюжет разбора завалов после бомбардировки 4 ноября 1941 года. Тогда на предприятие была сброшена бомба весом в тонну. Разом погибли 100 человек. И здесь, значит, мы создаем образ, как восстанавливаем те события. Мы начинаем отыскивать погибших наших друзей, коллег. Вот. И, как известно, за 3 дня мы как бы это все... То есть тот трудовой народ, который остался жив, он восстановил этот завод. И далее успели выполнить план, тот, который был как бы приостановлен в ноябре месяце. Съемочная группа проекта «Горьковчане», приближая победу, нашла подходящую локацию. Но часть пространства, завалы, груды кирпичей все равно будут добавлены на фотографию с помощью монтажа. Кадры помогают создавать непрофессиональные артисты. На предложение поучаствовать в таком проекте волонтеры откликнулись с удовольствием. На самом деле это очень трогательно, потому что мои бабушки и мой дед, они принимали участие как труженики тыла. Моя бабушка была председателем колхоза в войну. А мои еще бабушка и дед работали на МАШ-заводе. И когда я делала это пальто, я почувствовала, что я именно моя бабушка. Фотовыставка проекта «Горьковчане. Приближая победу» планируется в Нижнем Новгороде с 21 по 30 августа. Далее выставка будет экспонироваться в районных центрах Нижегородской области. Дарья Кульбакина. Время новостей.